21 мая прошел Всероссийский день посадки леса. К традиционной акции впервые присоединился и наш регион. В субботний день более 300 жителей окружной столицы и поселка Искателей высадили 430 саженцев березы и ели. Откуда поступили новые деревца и сколько должно прижиться, расскажем далее. Каждая новая березка или елочка, посаженная в субботний день, адаптирована к условиям Крайнего Севера. Саженцы брали в районе трассы газопровода Нарьян-Мар-Красная. Это так называемая полоса отчуждения. В данном случае мы выкапываем деревца для пересадки с полосы отвода газопровода. Значит, эта полоса отвода, растительность должна как бы вырубаться, расчищаться, не допускаться зарастания, поэтому, скажем, никакого ущерба не наносим, тем более, что в этом году запланирован ремонт этого участка, и здесь будут проводиться строительные работы. Сбор посадочного материала в районе озера Харитоновка прошел накануне. Участие в подготовке приняли работники окружных предприятий и учреждений. Мы приехали с частью сотрудников фонда вот поучаствовать в этой акции. Выкопали уже с утра более 12 деревьев. Вот, копка идет хорошо, земля сухая, дожди нам не помешали, поэтому план выкопать 50 деревьев. Часть этих деревьев будет украшать дворы жилых домов, территории около школ, детских садов, административных зданий. Также акция по посадке леса прошла около краеведческого музея и ЗАГСа, а в поселке Искателей высажена целая аллея геологов. Всего было подготовлено 430 саженцев. К их отбору подходили ответственно. Деревце должно быть высотой от 70 до 150 сантиметров с хорошим прикорневым куском земли. Именно у такого больше шансов прижиться на новом месте. Важен и сезон посадки. В этом году впервые деревья в регионе пересаживаются весной, а не осенью. По сравнению с весной и осенью, вот все-таки деревья должны приживаться лучше весной. А у нас определено осенью. Почему? Потому что весна у нас мгновенно проходит быстро, и значит, земля еще мерзлая. Почки уже раскрылись, она сажает до распускания почек, а земля мерзлая, мы не можем пересадить деревья. По прогнозам, прижиться на новом месте должны до 70% саженцев, но необходим правильный уход. Так, например, на полив только одной березки или елочки должно уходить до 100 литров воды, чтобы влагой пропиталась не только корневая система, но и сама яма, в которой высажено дерево. Насколько эффективным был уход, будет видно уже летом. Алена Валей, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, телеканал «Север».